Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». 12 августа 2023 года российские фигуристы 19-летняя Алена Косторная и 20-летний Георгий Куница официально стали мужем и женой. О счастливом событии рассказали олимпийская чемпионка Анна Щербакова и недавно завершившая карьеру Дарья Усачева. Они присутствовали на торжественном мероприятии и поделились в социальных сетях коротким видео с праздника. Невеста выбрала белое платье в пол, а верх наряда украсила прозрачная ткань с растительной вышивкой. Косторная не стала делать сложную прическу, а убрала волосы в пучок. Жених предстал перед гостями в классическом костюме, черным галстуком. Праздник проходил в одном из шикарных московских ресторанов. Напомню, фигуристы познакомились довольно давно, но романтические чувства между ними возникли не сразу. Некоторое время они скрывали свои чувства, но год назад решились во всеуслышание рассказать об отношениях. Парочка стала открыто публиковать красивые фото из путешествий, а также рассказывать о том, как они тренируются вместе и мечтают добиться больших высот. В мае этого года молодые люди решились на серьезный шаг и подали заявление в ЗАГС. На данный момент фигуристы продолжают активно тренироваться. Скоро поклонники увидят на льду дебют не только в паре, но и в качестве семьи. А пока в адрес фигуристов летят поздравления. Еще одна семья, пара красивая, нежная, любви, благополучия, удачи, долголетия, счастья, сыновей и дочек. Спешат с пожеланиями поклонники. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!